Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Cherry Tiggo 8. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Все задние арки. Полуметалл, это одни из самых шумных мест автомобиля. И на полу в багажнике несколько полосок вибропласта. Крыша, также видите, голый металл. По дверям давайте посмотрим, что у нас в дверях. Слышите, как звенит металл, тоже ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. На полу также несколько квадратов вибропласта присутствует. Владелец жалует, что очень шумный автомобиль. Сейчас подготовим поверхность, обезжирим и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Cherry Tiggo, проклеен тщательно прокатан валиком пол в багажнике, обработан пол в салоне. Задние арки прокатаны, крылья задние. Также прокатана крыша. Наклеили первых два слоя в дверях, всего их будет 4. Первый слой вибропласт, толщина его 3 мм. Второй слой шумопоглотитель Integra, 6 мм толщина его. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Cherry Tiggo. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки крылья. Также закончили работу по проклейке потолка. Третий слой мы нанесли в дверях. Это у нас вибропласт 2 мм. Обработан пол в салоне, мембранная шумоизоляция 4-7 мм толщина. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, мобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!